Всем привет! 311 серия турецкого сериала «Клятва» выйдет 13 февраля 2021 года. Если вы хотите, чтобы Эмир и Фериде, а также Кемаль и Нарин поженились, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Однако она ни в чем не виновата. Благодаря смелости Эмира она была вновь спасена. Фериде сильно поразил этот поступок Эмира, и после этого случая она его простила, хотя сделать это было очень нелегко. По просьбе Эмира она снова вернулась в особняк, так как маленький ребенок нуждается в ее заботе. Сюнгюр, конечно, разозлилась, увидев Фериде в доме, потому что она боится потерять наследство семьи Тархун. Она даже готова сотрудничать с Талазом ради этого. Однако этот сговор приведет ее к разоблачению и в итоге к концу. В это же время Кумру пыталась убить Нарин, но ее вовремя остановили. Хотя ее отправили в клинику, она легко оттуда сбежала. В итоге Кумру похищает Нарин, чтобы помешать ей выйти замуж за Кемаля. Но благодаря Кемалю Нарин тоже будет спасена. Чтобы не пропустить анонсы к новым сериям, подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.